Городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина – многопрофильный творческий центр индустрии отдыха и развлечений в условиях природной среды. Парк Гагарина является уникальным местом отдыха, сочетающим в себе живописную лесную зону с двумя прудами и современную инфраструктуру. Одним из самых популярных развлечений для посетителей парка являются аттракционы. В прошлом году на территории парка появился первый на Сахалине открытый веревочный парк с несколькими уровнями сложности. Этой зимой после длительного перерыва был открыт развлекательный игровой комплекс «Электрон». Досуговый центр для семейного творчества, превращающийся зимой в резиденцию Деда Мороза. Настоящая детская железная дорога с полувековой историей. На сегодняшний день уже преобразилось одно из самых живописных мест парка – озеро Верхнее. На северной стороне озера появился полноценный пирс для гребельных лодок и катамаранов, а на противоположной – качели, с которых можно наблюдать за прогулками по водной глади. Большое внимание уделяется благоустройству территории и озеленению. В этом году высажено более 3000 деревьев и кустарников и более 27 тысяч цветов. Приведено в порядок дорожное покрытие, обустроены народные тропы и смотровые площадки. Парк красив не только днем, но и вечером. За последнее время установлено много элементов декоративного архитектурного освещения и световых арт-объектов. Теперь здесь стало светло и уютно. Устанавливать спортивные рекорды позволяют тренировки на стадионе «Космос», который в прошлом году прошел стадию глобальной реконструкции. Беговые дорожки, скейтборд-парк, баскетбольные и волейбольные площадки, комплекс ГТО, уличные тренажеры ежедневно доступны для посетителей. Особое место отведено поклонникам футбола. Благодаря искусственному покрытию поля, аналогов которого нет на Дальнем Востоке, здесь проводятся знаковые матчи. Новую жизнь получил детский городок. На центральной площадке расположились ростовые куклы, игровые домики и модули для малышей. Территория вокруг обустроена тротуарами, настоящими светофорами и дорожными знаками. В зоне отдыха восстановили фонтаны, установили удобные скамейки и качели. Для желающих перекусить была создана единая зона питания – фудкорт под открытым небом, сочетающий в себе многообразие национальных кухонь. Современное многофункциональное пространство для танцев, концертов, просмотра кинофильмов и отдыха появилось в парке в августе 2018-го. Сегодня центром площадки по-прежнему остается сцена, выполненная в виде оригинальной скульптурной композиции. Вековая история, исключительная природа и особое расположение делают городской парк культуры и отдыха имени Гагарина самым уникальным парком на Дальнем Востоке.